Всем привет! Это восьмой видеоигрок из серии видеоигроков для игры Trains. Специально для группы название вы видите на экране. Сегодня я вам расскажу, как извлекать дополнение из контент-менеджера. Итак, заходим в Trains, нажимаем контент. Открывается сам контент-менеджер. В строке поиска выбираем ключевые слова и вводим то дополнение, которое будем извлекать. Например, там какой-нибудь тепловоз. Находим его в списке, нажимаем правой кнопку мыши и выбираем сохранить CDP. И выбираем, куда будем сохранять. Например, на рабочем столе. И ждем, когда задание будет выполнено. Итак, задание выполнено, предупреждений нет. Ошибок тоже. И вот, видим, на рабочем столе появился наш файл. Извлекать карты по такому же принципу. И на этом все. Всем спасибо. Пока.